Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства после обработки 98% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК страны. Это рекорд в истории постсоветской России, отметили в комиссии. Так, в Туве Владимир Путин получил 92% голосов местных избирателей. На 4 часа утра по местному времени, по информации избирательной комиссии республики, отчиталось 106 из 183 УИКов республики. По представленным отчетам, явка избирателей составляет почти 95%. Из всех кандидатов в президенты России абсолютное большинство голосов тувинских избирателей получает Владимир Путин – 92,84%. На втором месте Павел Грудинин – 3,18%. На третьем – Владимир Жириновский – 1,32%. У Ксении Собчак – 1%, Максима Сурайкина – 0,25%. У Григория Явлинского и Сергея Бабурина – 0,21%. Бориса Титова – 0,18%. По явке в Туве лидирует Эрзинский район. 6 участковых избирательных комиссий района до 18 часов посетили 95,04% избирателей, или 3792 человека. На втором месте Дзунхемческий район. К 6 часам вечера здесь показатель достиг 94,32%. Тройку лидеров замыкает Байтайгинский район. Явка выше 90% зафиксирована в Тандынском, Лухемском и Мангунтайгинском районах. Больше 85% избирателей проголосовали в Барунхемческом, Авюрском, Сутхольском, Чахольском и Чедыхольском районах. В городе Ак-Довурак к 6 часам вечера проголосовали 5146 человек. 32 избирательных участка, расположенных в Кызыле, к 6 часам вечера посетили 77,22% избирателей. Это чуть более 51 тысячи человек. Хотелось бы сразу отметить, что у нас все итоги предварительные. Пока мы собираем протоколы с наших территориальных комиссий, участковых комиссий, сейчас они занимаются сверкой всех данных, но по предварительным данным приняло участие жителей нашей республики в голосовании 93% 36 сотых. Это то, что опять же я хочу остановиться, что это предварительно. И исходя из этого, за Владимира Владимировича Путина проголосовало 91%, 98 сотых процент, ну, грубо 92%. Ну, на втором месте Грудинин около 4%. Но опять же, это все предварительные данные, потому что мы до сих пор собираем протоколы территориальной комиссии. И, скорее всего, после всех сборов мы проведем заседание, на котором уже примем окончательное решение об итогах голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Тыва.